благополучно весь год у нас отходила в детской школе искусств Берегиня. И могу сказать, что на следующий год, благодаря поддержке администрации, запланированы средства на переоборудование ее для перевозки детей. Для тех, кто сидит сейчас здесь, это преподаватели детских школ искусств, это очень важно, мы это знаем. И в следующем году у нас появится с вами две таких «Газели». В прошлом году мы заняли третье место в культурной олимпиаде Новосибирской области, и сейчас в зале сидят обладатели серебряных медалей этой олимпиады. На самом деле у них практически золотые, ну нельзя быть везде первыми, надо быть где-то еще и третьими.